Привет-привет! С вами программа «Онлайнер». Топ самых увлекательных, смешных и неординарных роликов этой недели покажем прямо сейчас. Поехали! Знаете, какой самый популярный атрибут китайцев? Конечно, китайские палочки. Они с ними едят, играют на барабанах, делают прически. А эта девушка настолько любит Джеки Чана, что сделала его портрет. Из чего? Конечно, из китайских палочек. По этой логике мы можем сделать портрет Пугачевой Аллы Борисовны. Ну, например, из хохломских ложек. С вами бывает такая ситуация. Гуляете вы, значит, по парку, никого не трогаете, а тут ребенок просит вас помочь собрать пазл. Тут возникает два вопроса. Первый. Почему ребенок один в парке гуляет? Второй. Зачем он собирает пазл в парке? Ах да, и еще один. Почему пазл – это ваша фотография? Что-то здесь нечисто. Ребенок – американский шпион. Но на самом деле этот ролик просто открывает нашу рубрику «Розыгрыши». Как думаете, зачем монахини просят деньги? На пожертвования? Далеко не так. Заинтригованы? Тогда смотрите ролик и все поймете. Если серьезно, то, конечно, это розыгрыш. И никогда подобной ситуации не было. Надеюсь. Этот розыгрыш тоже из Америки, только уже из латинской. Бразильские розыгрыши славятся своей жестокостью, ну и, конечно, отсутствием чувства юмора. Вот один из таких. Комментарии излишние. По-моему, намного смешнее видео с этим же лазером и котиком, который с ним играет. Таких роликов в интернете много. А почему? Да потому что люди любят котиков, а вот дурацкие розыгрыши нет. Раз уж мы затронули эту тему, продолжим. Коты вообще любят играть и воображать. Этот рыжик сам себе напридумал врагов в виде бумажных человечков и воюет, отстаивая свою территорию.
кошки – это слишком банально и мило. Надо найти им замену. Предлагаю козочек. Они, конечно, не такие пушистые и красивые, зато какие талантливые. Например, могут читать битбокс. Еще бы олени в пачках на заднем фоне, медведи за роялем, и смело можно выступать на Евровидении. Танцуй, пока молодой, мальчик. И девочка. В общем, танцуйте все. Выплескивайте энергию и поднимайте себе и окружающим настроение. Наша передача подходит к концу. Эх, как быстро летит время, правда? Иногда так хочется его замедлить. И вот автор следующего видео был недоволен быстрым течением времени. И замедлил скорость жизни. На сегодня пока все. Я с вами прощаюсь и оставляю с необычным музыкальным роликом. Пока-пока!